Всем привет! Доброе утречко, добрый день, добрый вечер. Приветствую на канале Логаунчики и Плейчики. Ну что, у нас сегодня 30 сентября. Есть определенные новости. А новости у нас следующего характера. Ну, во-первых, мы вот тут прикупили буточку для собачки. Также буточку для киски прикупили. Построили тут он какую-то штуку из бамбука, даже не знаю. Что-то нам пришло. Кстати, красивую одежду купили. Nintendo. О, благодарим вас за загрузку обновления. В честь этого примите подарок. Ух ты, отлично. Накопительный мини-нука в карман подарок. Лейбл, отлично, подарок. Марина. Марина, тоже тебя люблю. Все отлично. Так, баллы, прекрасно. Каталог, ну-ка, карта... Да-да, Airlines, хотим поговорить, отлично, смотри, ребята, сегодня просто, Пейт, подружка такая, твоя тусовка Пейт, так классно, когда ты тусишь, я тут прихожу, тусишь, отлично, господи, столько, ребята, сегодня подарков, я просто офигел. Так, давайте зайдем тогда домой, я поймал, короче, сейчас покажу, кого я поймал. Купаясь так недавно в море, я нашел одного чувачка. Его нужно будет отнести, вот он. Его будет нужно отнести, вот он, красавчик такой. Ба-бам! Так, вот, смотрите. Да, вот. Его надо отнести нашему чуваку Blazers. Вот он. Ага, вот он, когда плавал. Ну, ладно. Так, что-то у меня тут такое... смотрите, с персиком. Мне персик надо, ребят, блин. У меня с овощами, ой, фруктами все, конечно, не очень. Так, открыть. Ателье талоны, хорошо. Маска для Дэй, что такое? О, это спать, ребята. Нет, эту маску я пока одевать не буду, а то что с закрытыми глазами буду ходить. Так, это тоже сюда. Карта мира открыть и повесить. Давай мы ее вот сюда повесим. Как раз таки у нас тут море, ребята, как вы видите, я сделал обои моря. Да, еще такой красивый польчик. Тоже, кстати, обратите, новенькое это все. Так, часы с кукушкой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну, давайте вот сюда повесим часы с кукушкой куда-нибудь. Так, начал я, кстати, копить те инструкции, которые я... у меня есть, если что, кому-то надо будет, я отдам. Так, талон в ателье, в хранилище. Так, открыть. Набор, переделка чехла. Ну, не знаю, что-то я его купил, что-то, вот он, зачем он нужен, я так и не понял. Аксессуар ринг-рун, а что такое аксессуар ринг-рун, я такого не знаю, давайте. О, какое-то кольцо. Это, ребята, кольцо Nintendo, которое нифига себе, что они не подогнали. Видали? Это только это игрушка такая. Да, это вот катать там, еще что-то делать. Крутяк, отлично. Ладно, так, что у нас еще нового на острове? Во-первых, я видел сейчас, бегая на берегу, чувака. Так, что-то такое. Ой. Низкий заряд батареи, это фигово, ребята. Так, награды за изобилие. Я читаю, ну, количество мебели, предметов интерьера, ага, окей. Так, вот, смотрите, у него какая-то раскраска такая. Поднять грот, начистить рей, куда мне слить, без задержи. И он, походу, пират, ребята, у меня этого пиратства, кстати, не было. За штурвал, нет, я сплю, фу. Так что, ребята, сейчас мы, похоже, поиграем с Гулливером. Буконьер, неслыханно, у меня типовский патент, фу. Так, ну давай, просыпайся. Фу, кто тут окунь? Я тебе сейчас окуну. Фу, ням-ням-ням. Заколебал. Хр-хр, поднять грот, начистить рей, куда нести брать. Так, а если вот с этой стороны к тебе? А, очнулся, точно, спасибо, на благо. Клянусь хвостом Нептуна, этот пирог с персиками меня так и прикончит, но еще кусок я осилю. Полундра, куда делась харчевня? Что за чертовщина? Да ты хоть знаешь, с кем имеешь дело? Я капитан Гулливар, жуткий пират, вселяю ужас во всех, независимо от возрастной категории.
А ну, признавайся, кто умыкнул харчевню с персиковым пирогом? Не ты ли это был, сухопутный? Я не похож... Ты на... не похож ты на похитителя, харчевин. Спасибо, что разбудил. А что? Я песка наелся. Считай, спас мой желудок и песчаной погибели. Просто старого пирата напутал с просунья. Милостивый медуза, когда это я успел так головой к чему-то приложиться? Болит. Помню, как успевал с командой судовую и, видать, кувыркнулся через поручень за борт. Но это все пустяки, пена морская. Мы живем в волшебный век чудес, науки и техники. У меня в кармане лежит безделица, которую я в два счета призову свою королеву со всей командой. Возьми свой коммутатор. Возьму свой коммутатор. Фок, мне в бок. Мой верный коммутатор канул в пучину. Волны швыряли меня словно щепку. Видать, выскользнул из кармана Мавзола. Выходит, я потерял в океане. Придется ждать, пока мои верные флибустеры меня сами найдут. Нутром чую, что это надолго. Мой запас пиратских шуточек столько не протянет. Юнга, выручай, помоги старому пирату найти коммутатор. Я поищу. Честная буконьерская, клянусь трезубцем Тритона, фортуна мне улыбнулась. Нутром чую, что коммутатор где-то в море поблизости. Команда наверняка меня ищет, так что мне нужно быть на виду. Я с этого берега не ногой. Так что выходит, что честь нырять за коммутатором выпала тебе, Юнга. Не подведи капитана. Только удостоверься, что у тебя в трюме есть место, иначе только зря намокнешь. А, ребята, надо будет плавать. Плавать, а я думал на удочку что-то ловить. Ну ладно. Так, значит, надо будет понырять. Ну ладно, мы потом поныряем попозже. Тут у нас, смотрите, что у нас не было. Вот я тут кровать такую построил, вот такую сидушку прикольную. А потом, ребят, мы как-нибудь поспим на этой кроватке и куда-нибудь слетаем. Но не сегодня пока. Так, еще я вон такую харчевню построил из бамбука. Котел. Так, вот. Ох, какая там рыба большая, ребят. Чувствую, это что-то какая-то хорошая рыба. Ну-ка. Бульк. Так. Щука? Ну, не знаю, может и щука. Давай. Ну. Есть. Ну. О, ну это судачок. Ну, большой, да. Так. У нас что произошло? Вчера к нам в кемпинг приезжала тетенька, или позавчера, я уже не помню. Я с ней пообщался, и она захотела у нас остаться. Она узнала у внука, что от нас хочет съехать Гиппа. Пошла к нему, сходила, спросила: Гиппа, не хочешь ли ты съехать? И Гиппа сказал: я хочу съехать. И, в общем, Гиппа, получается, у нас уехал. А у нас теперь новый житель, ребятки. Вот она, наша красотка. Привет! Сильвия! Здорово! Я ждала нашей с тобой встречи, Логанплей. А все потому, что я сегодняшнего дня я тоже живу на острове Райский. Знаешь, что это все твоя вина. Я начала собирать вещи сразу после нашего разговора об этом месте. Кстати, о птичках. Мне еще нужно чемодан распаковать. Встретимся, когда я с этим прикончу, ладно? Давай, подруга. Так что... Да, то есть вот у нас бегемот уехал. Ну... Что делать? Так, кстати, мне кровать надо из красных роз сделать. Не зря я сюда сходил, Гиппа. Я нашел красные розы. Так, ну тут красных роз я не вижу. В общем, вот так вот отлично. Так, что у нас еще здесь? Я тут маленько украшаю для нашего Блазерса территорию. Выставил тут от динозавра след. Так, он не спит. Отлично. Здорово, братан, здорово. Да. Да, я хочу тебе пожертвовать кое-что. Замечательно. Что же ты хочешь пожертвовать? Да, братуха, вот что хочу тебе пожертвовать. Держи. Угу, да это же... Опистоитис. Если подожди, могу тебе... Ну, давай, расскажи, давай. Конечно, с удовольствием. Если в море кто-нибудь милее, чем он... По мне так нет. Эти маленькие глубоководные осьминоги плавают при помощи плавников, похожих на ушки. А перепонка между щупалец делает их похожими на зонтик. Ого, особенно если они еще
и растопырят щупальца. Очень забавное сходство, если учесть, что они живут под водой. Вот и все факты на эту тему, Гамбис, всякого сомнения. Будь уверен, что мы сразу выставим. Отлично. Все? Да нет, все. Все, 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 все. Покеда, братан, покеда. Так, Еще сегодня должна была вроде начаться тема по Хэллоуину, но я так и не понял, что там должно начаться. Вроде как конфетки продавать там, должны тыковки. Сейчас мы узнаем. О, братуха, здорово, 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 здорово. Стоп, стоп, стоп. Ты, кстати, тоже хотел как-то ехать к нам. Пообщаться бы. Я выключу плиту перед уходом. Да фиг его знает, давай. Иди ищи. Как всегда, наш братан что-то забыл. Так, кстати, мне еще вот одну рыбку надо поймать. И получается, бабочки. Ага, ладно. Так, карусельку я вот купил. Кто не видел, здесь детскую площадку собираемся сделать в ближайшее время. Так, вот роза, 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 красная роза. Так, красный тут черный. Так, 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 так. Угу. Так, что мы еще тут? Давайте сходим, посмотрим. Так, вот рыбка. Нам рыбку как раз поймать надо. Иди ко мне, малышка. Давай. Ну-ка. Угу. Зергур. Так. Хорошо. Так, 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 так. Опаньки, все отлично. Хоккей. Так, давайте сходим к ребятам. Лавка Нука. Ну что, продается здесь сегодня что-то или нет? Я, кстати, сегодня утром, ну, рано совсем заходил. И купил тут какой-то комод. Да, видите, комод. Здорово, ребят. Здорово. Хочу продать. Да, что предлагаю, сейчас скажу. Так, это. Так, с камнями я пошутил. Это. Розы нет. Это. А, ну вот так. Давай. Сколько дадите мне? 1005. Да, я так и знал. Так, у меня есть 8700. Так, ну вы конфетульки-то продавать будете или нет сегодня? Да, 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 интересуюсь. Так, шарики только. Так, лекарства. Белые лилии, белые космы, желтые лилии, желтые фиалки. Ну, ребят, нету ничего, никаких конфеток-то. Побег кедра, сделай сам границу, инструкция. Лейка. Рогатка. Блин. Ну, что-то странно. Ладно. Ладно, ладно, ладно. Ну, будем надеяться, что, может быть, завтрашнего дня будет. Что-то я даже не знаю. Как бы так-то, если честно, хотелось бы, чтоб уже... Так, давайте розы еще походим, поищем. Красные. Мне там кроватку надо сделать из... Нужны красные розы. Так. Ну, мне тут красных роз я не вижу. Я, видите, видимо, эти розы тут высаживал сам. Потому что они мне не нужны были. Так. Ёлки-палки, ребят. Даже тут уже этот... Ужас какой. Так, Маринулька, привет, привет, привет. Привет, Люб. Что нового? Я подробно гугл просто. Ты тоже так считаешь? Да, так. Отходи, отходи, отходи. Так, 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 так. Так, вижу цель, вижу цель. Ух ты, ребят, нифиг себе. Какая цель. Аж целых две. Две, да, две штуки целых. Давай, возьмем. Так. Ладушки. Блин, ну и чё? Я думал, сегодня Хэллоуин уже начнется у нас, а у нас сегодня... Нифига он не начнется, походу. Так. Давайте залезем наверх. Здесь где-то должны камушки быть. Камушки, камушки, камушки мои. Так, камушки надо побить. Айн. Слайм. 3, 4, 5, 6, 7. Так. Золота нет.
принципе, и так понятно было, что золота не будет. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, 25, 35. Шутка, 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 ребята. Так, соберем, соберем, соберем. Так, тут где-то еще камень был наверху, ребят. Где-то был еще камень. Ну, он там с той стороны. С той стороны. Пока сюда перепрыгнем. Так, Гулливерчик, Гулливерчик ждет нашей помощи. Ну, подождет. Я думаю, не развалится Гулливерчик. Окей. Так, больше тут ничего нет. Опа. Опа, 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 опа. Так, бамбучок, бамбучок. Ну, в принципе, у меня весенний бамбук есть. Думаю, что тоже нормально. Так. Ну, елки-палки. Ну, хоть какую-нибудь одну вдали, а? Ну, блин, ну, блин, а. Обломали, обломали, ребятки, меня. Так. Да, роз я больше, ребят, не вижу. Так, ну давай слазь, давай, дружок. Давай зайдем сюда. И ударим по камню. Так, и снова облом. У меня, по-моему, два камня осталось. Где могут быть монетки всякие разные. Так, ладушки. Давайте зайдем, посмотрим, какие костюмы продают сегодня ради интереса. Вчера, кстати, я купил вот этот костюм себе, на который видите на мне. Элегантный. Брюки превращаются. Брюки превращаются. Оу! Нифига себе тут ходит. Макс, здорово, братуха. Здорово, ты обычно тут поболтаем. Понял, хорошо. Так. Ну, походу, тут одежда та же самая, что вчера была. Но давайте зайдем все-таки поглядим. Так. Ну, какие-то есть изменения. Вот какой-то свитер пончо есть. Но новый. О, звероюбка. Заколка Дзен. Я тоже вчера, кстати, заколку не помню. Шапка скелета. О-о-о! Прикольно. Ну, ладно. Очки. Носки. Ну да, есть шапочка, тут заколочки. Немножко есть, но у меня есть эти, как их зовут, талоны. Можно потом, если что, сходить без записи. На талончике что-нибудь купить у нее. Ну, а так один потом схожу. Так. Так, 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 так. О-о-о-о-о-о-о-о. Так, соберем это все, ребятки. Это тоже нужно нам для средств. Так. Ну, раз так, как говорится, все, карта легла. Давайте переодеваться. Переодеваться и плыть. Так, очки. Лопату убираем. Да ладно, выдержим, наверное. Давай, поплыли. Поплыли, поплыли, надо. Так, ну, главное, чтоб не идти, а там уж будет видно. Так, это явно не та штука, которая нам нужна. Поплывем, в общем, сюда. Кепочки так прикольно плывет, да, наш дружок? Так. Есть, нашли. Коммуникатор. Коммуникатор нашелся. Так. Что такое? Ой. Загадки глубин. А, 250 штук поймал. Офигеть. Сегодня прям какой-то день у таких вот этих больших. Хорошо, ну ладно, давайте поплаваем тогда чуть-чуть, раз сюда зашли.
Так, может что, найдем какое-нибудь новое существо? Да. Пока все старенькое. Так, еще один заход ныряния в кепке нашей. О, чуть-чуть думал, что что-то это новое, но облом. Так, ну пока плыву до себя, наверное, можно что-то половить. Он же там где-то на нашей стороне был. Так, ладно. Опять одно и то же желудь только что было уже. Так. Ну давай, 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 давай. Ничего нету. Ну и где наш братан? Вон он. Так, что я тут выполнил? А, ну это понятно. Хорошо, хорошо. Здорово, братуха. Нашел? Так, точно. Держи. Это же он мой бесценный коммуникатор. О, счастливый. Спасибо от всего моего пиратского сердца. Всех не забуду. Теперь могу вызвать своих флибустеров. Свистать всех навек, корабельный крыс, это я вас незаменимейший и обожаемый капитан. Ой, Юсуп, где мог оказался за бортом, так что живо сменить курс и набрать меня. Вот координаты. И не переохлаждайтесь, а то... прохлаждайтесь, а то отправлю палубу драйвить. Капитан Гулевар. Смайлик отправить. Теперь они в два счета сюда примчатся. Ты спас мою шкуру, Юнга, такое без награды оставить нельзя. Теперь можно и по бережку погулять со страшным видом. Так. И чё? А чё ты мне дашь? Он чё-то мне сказал на телефон, правда? Так, пока ничего. Ха. Видать, проводит мою каравеллу в порядок. Угу. Странно, но он мне ничего не отправил. Он говорит, я говорит, что-то говорит, отправлю. Эй, стой! Да, понятно. Ну ладно. Не хочет нам ничего давать. Опа. Нашел. Еще нашел. О! Там у нас, ребят, смотри, физкультура. Физкультура. Я что-то не могу этот. Посмотреть, что они делают. Они там вдвоем, что ли, а? Точно. Раз. Вот они, бабки. Так. Ой, хорошо. Вот это я понимаю. Вот это процесс пощёль. Так. Там живет эта Сильвия, я же к ней заходил. Точно. Так, здорово. Здорово. Да, я пошутил. Да я знаю, на. На, окаменелости давай. Кстати, тут недавно я нашел окаменелость, какой-то хвост кого-то даже. Сам офигел, я думал, что у меня уже все и так полно. Но оказывается нет. Еще есть предметы, которые я не нашел окаменелости. Давай посмотрим так. Все есть. Ну, ладно. Ничего страшного. Нет ничего. Я хочу посмотреть, что у нас там творится. В плане того, я собираю мамонта. Так как рядом с нашим городом недалеко было лес, этот, как его, было такое
скопление, грубо говоря, соли, которую мамонты приходили кушать, застревали там и умирали. И теперь там много костей мамонта. Так что вот я хочу мамонта собрать, пока ничего не нашел. Так, ну одну часть нашел, точнее сказать. И все. Так. Лавка, ну-ка. Давай сюда зайдем. Что они мне скажут? Так, почему нет конфеток? Ну, Гулливер зато есть. И Гулливер тоже, кстати, ничего не дал. Типа, что-то дам, и так ничего не дал. Хочу продать. Что предлагаю? Предлагаю это. Во, как сколько я предлагаю. А, еще вот. Ну-ка, сколько бабла там? О, продано 20 косариков. Отлично. Так, кстати, я же не ходил к Тому Нуку самому. Может быть, Том Нук сейчас мне что-то скажет? Угу, точняк, я что-то не догадался. Давайте сходим к Тому Нуку. Так, что он скажет? Братуха, что скажешь? Ну, просто сидят. Обидно. Так, да, за то, что я зашел 300 миль, мне сделали. Так, банка этот на миле. Так, что у нас есть тут? Так. Ну тут тоже самое, ничего интересного. Блин, и тут тоже самое. Короче говоря, ничего интересного, ребят, нет. Так. Да, я потом к ней сяду, потому что, возможно, к ней нужно сесть. Так. Ай-яй-яй-яй-яй, подожди. Что ты хотела показать мне? Ну покажи. А, гидрокость, музыка, да, что-то не хочу я ее. Так. Выйти. Кстати, что-то я бегаю в этом гидрокостюме. Так. Так. А, я снял не то, что надо. Так. Это точно снимем. Да ёлки-палки, что ж такое-то, а? Так. Маску. И оденем кепу. Очки половинки. И кепа. Так. Ну, что ты нам скажешь про наш остров? Бум. Иди к нам. Изабель, здорово, чем могу помочь? Имидж острова. Тебе интересно, как обстоят дела с имиджем нашего острова? На данный момент рейтинг острова 4, ну нормально. Так, здорово, нашел, что постоянно полиция в списке семейства, для не побывать. Позволь прочитать тебе выдержку из недавнего, давай. Давай. Судя по отзывам, нашему острову украсить весь остров вдоль и поперек. Красивых заборов. Попробуй. Я хотела бы упомянуть кое-что еще. Так, про деревья так и опять-таки осталось. И у нас заборы нужно сделать. Ну, как раз-таки я хотел забором окружить нашу детскую площадку. И, соответственно, я хочу туда сходить. Ну, не потом, когда построю. Так, а этот что скажет? Здорово, братан, давно. Давно с ним не разговаривал. Привет. Это стройуправление. Так, чем могу помочь? Что мне сделать? Да, хороший вопрос. Мне ничего не приходит в голову. Ты уже так много добился, ты лучше меня знаешь. Ну и ладно. Так. Ладно. В общем, ничего не... О! Ну-ка. Они поют вдвоем.
А я почему не танцую? Или тоже дергаюсь? Ну пойте, давайте, пойте. Ну, хорошо шпили-то. Маринка с этим чуваком. Хэмфри, как я зовут. Так, только я ушел, они запели. Ну ладно, в общем, блин, так, конечно, маленько обидно. Хотелось начать Хэллоуинчик, да, конфетки собирать, но почему-то у нас его нет. И этот тоже пират что-то какую-то ерунду нам там несет. Так, я и не понял, что он хочет нам подкинуть идею какую. Это, конечно, обиднос. Так. Так. Пират, где этот пират? Где? Ты ж мне что-то обещал, пират. Сундаканов, за море всех, но... Пока ничего. Странно. Ну, в общем, не пойму я вообще, нафига он тут появился. А, кстати, вот смотрите, еще тоже розовая роза. Ой, красная. Хорошо. Так. Что еще тут можно придумать на сегодня? Так. Да, ничего. Так, кстати, ну-ка. На карту острова посмотрю. Нет, сегодня нету Реда. Реда точно нет. Реда нет. Так, а может мы слетаем куда-нибудь? В принципе, такой вариант возможен. Почему нет? Так, поймал я рыбку. Луцианчика. Так. О, нифига себе, ребят. Что там? Ой. 500 рыбок поймал. Офигеть. Теперь 2000 надо поймать. Обалдеть. Это ж 4 раз больше. Что, с ума сошли, что ли? Так, давайте глянем. Глянем. Зайдем домой. Что у нас есть интересного? Так. Это мы в хранилище. Это в хранилище. Так. Что можно из хранилища взять? А, у меня есть билеты за мили. Ну-ка. Ну что, ребят, давайте слетаем. Может, нам фартанет на какой-нибудь... Интересный остров попадем. Но в следующий раз, если Хэллоуин не начнется, тогда слетаем на поспим на какой-нибудь остров красивый. Вот. И будем делать детскую площадку. Обязательно, потому что, видите, нам нужны, как их зовут, получается... так, как они называются? Заборы. Заборы. Замелеты, мельнука. Да. Я готов. Да, давай. Угу. Ну, если... ребят, я тут почитал про игру. Есть варианты попасть на остров пауков. На остров, где рыбки большие. Я, наверное, раз десятый сейчас лечу, но, в принципе, я никогда ничего подобного не видел. Я маленько, если даже, расстроен. Так что посмотрим, что сегодня будет. Наверное, думаю, нифига интересного опять не будет. Так. Ну, какой-то другой маленько остров. Ну, что тут особо интересного, я ничего не вижу. Так, ну давайте по камушку ударим хоть что-либо. Тогда я последний раз летал, золотой самородок хотя бы нашел. В принципе, тоже тема неплохая с одной стороны, потому что
Из золотого самородка можно что-то собрать. Но тут золотым самородком и не пахнет. Это просто облом. Так, это кто такой у нас тут? Это скакун, по-моему, ребят. А, он убегает. Я что творит? Он видит, что я его иду ловить. Ха-ха-ха. Да, жук скакун, я же знаю. Я их уже за раз всех знаю наизусть. Так. Тут что такое? Тут у нас рыбешка какая-то. Давайте рыбку половим. Кто... Чем черт не шутит? Может, рыбка какая-то хорошая. Ну-ка. Так. Вот так, ребята. Оба. Ну. Оба, попер, бобер. Ха, японский городовой. Вот это фартануло, так фартануло, а. Да. Очередная засада с острова. Ничего интересного. Обидно. Просто обидно. Да хоть бы груша какая-то была там, я не знаю. Там. Ну, зашибись, я еще и этот у меня. Лопатулька моя. Кирдык-мердык. Ну, хорошо, что у меня лопатки есть дома, я ее потом могу взять. Так, ладно. Это тоже не очень есть хорошо. Ну, слазь давай, братан. Ну, ты что, издеваешься, что ли? Явно издеваешься надо мной. Так. Ага. Так, рыбка, рыбки, рыбки тут где? Тут где-то тоже была рыбка, кстати говоря. Опа, маленькая малипуська есть. Давайте попробуем ее поймать. Это рыб... малипуська какая, хитрожук. Хитропуська. Малипуська, хитропуська. Вон, 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 вон. Ага. Давай, давай. Опа! А я такую рыбу не помню. А я такую рыбу не помню, но он говорит, что типа знает ее. Так. И кто из эта рыба? А, вот он. Точно. Смотрите, есть. А я не помню его. Но это неплохая рыбка, ребята. Я ее редко ловил. Так, давайте. Ну-ка. Давай, 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 родной мой. Блин, ёлки-палки, вот это везуха. Просто чудо-остров. В океане остров есть, остров невезения. В океане есть, да? Походу это про меня, ребят. Так, ну давай еще раз забросим нашу суперудочку. Опа! О, что-то большое, большое, ребята! Yes! Осетрина! Крутяк! Ребята, ну это неплохой остров. Все, беру свои слова назад. Осетринку поймал. Хороший, так. Давайте тогда половим тут рыбку. Ну это стандартная. Не, нет, она у меня есть, есть, есть. Есть. Не, ну осетрину я только всего лишь второй раз поймал. Ну все, тут поперли стандартные. Так, может внутри, внутри вот эти вот, которые ловить надо, да. Интересные, ну-ка. Не вижу. Опа, сразу. Сразу села на удочку. Ну, в общем, нет. Нет, рыбы те же самые, что у меня и были. О, смотрите, даже его поймать не надо было. Так что, однозначно. Но мили, ну-ка, я сегодня, кстати, заработал дофига. Это 100%. Так. О, бабочка, ребята, бабочка какая-то красивая. Так, ну это тоже у меня есть карп кои.
Так, а вот бабочка куда-то улетела. Оба, не улетела. Но у меня эта бабочка есть, я ее хочу из нее сделать, потом попытаться этот, как его, как называется она правильно. О! А, блин, а! Блин, блин, блин. Так. Так, давай. Может, тут что есть? Ну-ка. Блин. Блинский, блинский. Да ёшкин дрожки. Ну, эту рыбку тяжело поймать, она, я думаю, хорошая. Так, ну повернись давай, повернись просто оттуда. Ветер-то, кстати, такой уже какой-то сильный. Так. Ну-ка. У-у-у. Как так-то? Прям в нее. Смотри, она не видит. Это облом. Так, ну что такое-то, а, ребят? Так, 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 эта рыба просто меня бесит. Я должен ее поймать. Я, знаете, что сделаю сейчас? Я разозлился. Вот что я сделаю. Да, чужой остров, ребят, но... А, у меня нет лопатки. Ёлки-палки, вот это я ложанулся. Так. Он не кидает, посмотри. Далеко, типа, говорит. Так, ну чё ж такое-то, а? Ну я же должен поймать ее, а? Я же не засну сегодня, если не поймаю. А то вдруг крутая рыба-то. Опа! О-о-о. Блин, не ради тебя я тут пыхтел. Я вообще расстроен. Как только можно расстроиться. Вот так я, ребят, расстроен полностью. Толком рыб нету. Нифига тут нету. Осетра поймал, но осетр... Ой, паук, ребята! Паук, паук, ребята. Не дышим, не дышим, не дышим, он меня спалил. Не дышим. Опа, 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 опа. Давай, 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 давай. Что ты шипит на меня, шипит, подлюга, а? Да, да, это я. Это я. Иду к тебе. Ребят. Так неужто это остров, остров пауков? Так, ну что-то паук-то один только. Есть! Держи кулак. Еее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 eee Так, и чё? Думаете, это остров пауков? Да я сомневаюсь. Всё один. Хотя, может, они потихоньку появляются, да? Кто знает. Хм.
Да нет, они в воде не могут жить. Ну, поймал зато паука, ребят. Ну, в принципе, не зря слетали. В принципе, относительно чего-то не зря. Паука поймали. Так. О, теперь кот у меня. Ну все, походу, ребят, пора заканчивать. Потому что у меня все уже разряжается. Так. Ну, я не думаю, что это остров пауков, потому что... Думаю, что здесь пауки бы просто бегали, пиздец. Тут их что-то вообще никак не видать. Так, что-то... Так, какой-то остров маленечко. Один паучок был. Кстати, пауков давно я не видел. Но у меня там зима, потому что было снег. Пауков и не видно было. Ну... Да ёбки-палки, ну чё ж всё одно и то же там. Так, ладно. Ну чё, паук ещё где-нибудь будет какой-нибудь один? Нет, у нас будет лето, а вот в другом полушарии будет зима. А у нас будет лето. У нас же зима уже была со снегом. А, у нас, конечно, зима будет скоро. Конечно, в нашем городе. У нас снег скоро будет. Ты прав. Так, ладушки. Полетели, братан, назад, потому что я чувствую, что тут уже делать нечего. Ну и, в принципе, и так уже время тут провели достаточно. Паука одного поймали. Это круто. Это круто. Покеда. Да, покеда. Так, давайте глянем даже. Пауков, пауков, пауков. Терри, 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 терри. Вон, у меня их два. Вот он, паук-птицеед. А, ну вот смотрите, вот видите, он в какое время ловится. Я его поймал. В принципе, верно, верное время ловить начал. Еще у меня вот такой есть паук. Это вообще круглый год водится, но я его давно не видел. Так. А, блоха, да, про блоху я забыл, комарик, рак-отшельник. Так, ну, с насекомыми, кстати, у меня не очень тут, так, чтоб хорошо. Ну что, ребят, всем спасибо за просмотр, спасибо за комментарий. Спасибо за лайкосики. Да, спасибо за лайкосики. Так, ну ты что, ты мне дашь что-то или нет, или все? Ну... Пока ничего, ничего не пить. В общем, все понятно. Он уже злится, но толку нет. Ребят, спасибо за просмотр, за ваш комментарий, за лайк. Надеюсь, все-таки мы в следующей серии увидимся, увидим подготовку к Хэллоуину. А пока, пока, смотрите, как у нас красиво все завершается. Песенками и гимнастикой. Пи-пи-пи! Ку-ку-ку! Ла-ла-ла! Ла-ла-ла!